В декабре производители куриных яиц наконец начали снижать цены на продукцию, но покупатели этого не почувствовали. На убыль пошли только отпускные цены птицефабрик. Торговые сети снижением цен не отреагировали. До этого момента контролирующие органы отмечали стабильное повышение цен на диетический продукт на протяжении 5 месяцев текущего года. Рост составил 34%. Незначительное падение цен на яйца началось только после вмешательства антимонопольной службы в деятельность птицефабрик «Кенишемская» и «Милана». Динамика роста цен у этих производителей была одинаковая. И в связи с тем, что этот рост цен никак не оправдывался, значит, ростом себестоимости производства яйца куриное, в действиях ивановских производителей мы усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это статья 11.1 закона о защите конкуренции. На 12 февраля назначено заседание комиссии, которое займется рассмотрением дела о завышенных ценах на яйца. Сейчас ведется сбор информации об обстоятельствах, послуживших резкому росту цен на популярный продукт питания. Если вдруг в рамках рассмотрения дела мы установим, что предприятия занимают доминирующее положение на товарном рынке, то мы можем посмотреть и на предмет, не являлись ли эти цены монопольно высокими в данный период. Ну, это уже покажет та доказательная база, которая будет в рамках рассмотрения дела собрана. В уходящем году повышались цены на другие продукты, в частности, молочные, сметану, творог, сыр. Здесь, по данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия, на увеличение цены повлияло снижение поголовья крупного рогатого скота. Производство молока сократилось на 6,5%. Проведенные прокуратурой проверки не выявили фактов необоснованного завышения торговых надбавок. Практически во всех районах области торговые надбавки на основные продукты питания не превышают 20%. Если имеет место рост цен, то связано с ростом закупочных цен производителей и оптовиков. Прокурорами отмечается, что рост цен на продукты питания у производителей связан с ростом цен на сырье, вспомогательные материалы, топливо, коммунальные услуги. Не все продукты в уходящем году дорожали. Снижение цен отмечено на мясо кур, гречу, свинину и соль. Среди регионов ЦФО цены в Ивановской области ниже почти на все продукты. Исключение составляет хлеб. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.